Всем привет, друзья! С вами Крис, вы на канале Крис Плюс Плей, и мы продолжаем Human Fall Flat. В прошлый раз мы закончили вот прям вот здесь. Где это мы? Вспомнил. Замок. Замок. Мы перебрались с помощью этой металлической приблуды через реку, вот зацепившись вот здесь, и ёбнулись вот прям вот сюда. Короче, хватит пиздеть. Погнали. У нас здесь есть доска, да? У нас здесь есть какой-то механизм, я так понимаю, нам нужно забраться внутрь, да, и начать бегать, как мышь в колесе, чтобы его намотать. Ну давай, побежали, чувак, вставай. Побежали. Да? Все правильно я делаю? Наматываю же. Он движется, или мне кажется? Вроде движется, да, движется. Все прям вращается. Хорошенечко так. Сейчас мы поднимем эту балку. Подожди, балка поднимается, ага. Поднимайте его. Дай не выйти. Так, дальше чего? Куда дальше? Вот мы ее подняли. Так. Мне теперь нужно что, на колесо забраться? Да, руки вверх. Хуяк. О, да, это бесполезно. Это бесполезно. Колесо вращается. Мне кажется, слишком высоко, да? Слишком высоко. Высоко. Так, подожди, нам надо опустить его, значит. Пониже. Ну давай, цепляйся. Все, будем вот так его опускать. Потому что ходить внутри, ну как-то, не знаю, не хочется. Мне больше не хочется ходить внутри, мне хочется просто силой своих бицуп опустить эту... Блять, а я ее только поднял. Мне надо с другой стороны ее опустить. Он просто так неспешно движется, перемещается, никуда не торопится, наслаждается моментом. Как говорится, take his time. Ла-ла-ла-ла-ла. Давай. Вот так, молодец. Музыка такая еще расслабляющая, такая легкая, такая душевная, что ли. Короче, слишком высоко уже. Да? Слишком нормально. О, не, ай! Черт подери тебя! Давай. Еще попробуем еще разочек. Хорошо. Опа! Ахрен. А он не потянется. Он не сможет потянуться так. Надо еще опускать. Еще опускать пониже. Потому что иначе это полный жопец. Давай, хоек. Нормально. Вот так хорошо. А вот так нам уже может быть слишком. Ну, давай. Хорошо. Нам уже вот так вот. Уже. Она уже на земле. Ну-ка, по-быстрому, давай-ка наверх. И прожуак! Еб твою мать. Короче, на ней очень неудобно. Давайте ее немножечко повыше подтянем. Подтянем прям вот совсем капельку. Вот так. Да. Нам должно этого хватить. Жалко, конечно. Что? Ой, не, подожди, слишком, вот так. Оп, подожди, а-ля-ля, вернись! Мразь, вернись. Ну давай. Оп, подтянись ты, будь ты мужиком. Она должна провиснуть, видишь, она не провисает. Во, вот это тошно. Ну давай, забирайся. Да блядь, еб твою мать. Сложно, очень сложно на эту херню залезть. Я не понимаю, почему. Потому что она болтается. Ну, она же должна болтаться так, что я мог туда залезть, правда? Вот так сейчас. Оп. Все, ну, о, полезли. Полезли, молодчик, я хотел сказать. А он гандон. Он не хочет залезать, видишь? Все, залез. Да стой ты, блядь, там, куда ты все время сваливаешься, дурень? Куда ты все время сваливаешь? Он все время куда-то сваливается. Он все время норовит свалиться. Блять, мне ее не опустить. Она, сука, болтается туда-сюда. Ну давай. Какой-то дохлый у меня. Какой-то он у меня слишком дохленький. Оп. Все, залезли. Блять, красавчик, стой здесь. Вообще руками не двигай. Как нам теперь... Как нам не свалиться теперь? И на полной скорости туда. Оп. Ну! Давай, прям руку! Давай, еб твою мать, сучоныш! Он не хочет, он, блядь, сейчас ёбнется. Он сейчас у меня упадет. Так. Сука, сложная какая-то хрень. Подожди, давай мы возьмем вот эту приблуду. Попробуем с помощью нее. Сука, блядь, сейчас как бы не упасть. Как бы не наебнуться. Вот так. Берем эту приблуду. Раз, два. Попробуем свалить нам нашу этот. Ну подними эту, блядь, повыше ее. Доску. Нам доска нужна. Давай. Ну. И. Ну зацепись ты, блядь, за нее. Но он не хочет. Он не хочет. Ему вообще похеру. На мои желания. Он живет своей жизнью. Нам ее не уронить, понимаешь? Нам ее не уронить. Давай, вот сюда. Ага.
Ну и чего, блять? И ничего не случилось, заебись. Сил не хватает, нам не хватает сил. Нам ее не свалить никак, понимаешь? Никак не свалить. Не зацепить, никуда не сделать. Давай, иди сюда, ну, блять, вот так правее. Хорошо. И... Не, хуй. Там не получится. Давай тогда попробуем эту хрень закинуть вот сюда. Типа как противовес, потому что... Ну, блядь, возьми ты двумя руками, как он заебал. Он как-то... Вот так. Он с ней очень тяжело справляется, понимаешь? Очень тяжело. Ну вот, она упадет. Значит, нам надо зацепиться. Ну давай ты, блядь, иди сюда. Сука. За этот трос как-то зацепиться. Чтобы она... Блядь, с этим управлением просто ебануться можно. Вот так, опускай. Но она не тяжелая, нихера, видишь, она не тяжелая. Не тяжелая она совсем. Так, что можно придумать? Что можно придумать здесь? Как мне, блядь, перебраться на ту сторону? Вот я ее сейчас раскачаю. И что? Это мне ничего не даст. То есть, а я сейчас еще раз, оп, прыгну. Смотри, вот залезаю. Блядь, я даже залезть не могу уже. Я даже уже не могу залезть. Ну давай ты, ёб твою мать. Вот сюда, хорошо. Не. Ну давай, сука, подтяни ее вниз. Блядь, заебал. Все, мы залезаем. Мы не можем залезть. Мы не можем туда залезть. Мы не можем залезть, потому что мы долбоебы. Мы долбоебы. Так, давай попробуем опять вернемся к нашей идее с этой херней. Иди сюда. Сука, не дотянуться? Не дотянуться. Надо взять ее где-нибудь вот здесь. Ага. Вот крюком ее, блядь, зацепить и потянуть. Ну? Давай, долбоеб, тяни. Оп. Сука, ну наконец-то, блядь. Наконец-то получилось. Че, завалился, все. Он устал. Он у меня устал. Он говорит, иди ты нахуй, я уже не могу ее таскать. Эту металлическую херню, которая в 5 раз тяжелее меня. Я больше не могу ей управлять. Все, ты меня заебал. Так что таскай сам, это все я больше не буду. Я не твой, сука, раб, чтобы тебе это все стаскивать. Все, получилось, сука, получилось. Бери ее. Блять, а он ее даже поднять не может, прикинь. Он ее даже поднять не может. Она очень тяжелая. Она очень, блядь, тяжелая. Мразь. На. Ха. Ему просто... Да, ему ее реально не поднять. Пиздануться можно, она тяжелая. И что мне с ней делать? Вот он ее с таким трудом тащит. Пиздец просто. Так. Мне теперь надо ее как-то туда, сука, закинуть. Как мне туда ее закинуть? Хуй знает. Как ее туда закинуть? Есть идея? Не, блядь, ни одной. Наверное, надо пониже опустить эту херню. Эту херню пониже. Хуяк. И... Нет, я ее сейчас поднимаю, да, по-моему? Я ее поднимаю. Да, блядь, я ее поднимаю. Надо пускать. Ее надо опускать. Я закину на нее деревяшку. Сделаем такой, знаешь, мостик. А потом ее поднимем. Чтобы эта деревяшка была как противовес. И одновременно как мостик. Вот такая у меня, сука, гениальная идея. Вот так, пониже. Давай еще пониже, потому что она слишком тяжелая. Она слишком дохрена тяжелая. Вот так, сюда. Ага. Так, опустили. Нам теперь ее надо как-то... А можно ее развернуть? Сил хватит? Не, сил нам не хватает. Не, нихуя. Сил не хватает. Блять, сил не хватает. Так, значит, приподнимем. Вот, а вот сейчас ее и развернем. Да? Вот сейчас ее развернем. Вот так. Ага, хорошо, развернули. Ну давай ты, блять, иди туда. Вот здесь встань. Вот так, все, прижми ее сюда. Ага. Все, не, пусть она не двигается. Опускаем. Подожди, сначала достанем деревяшку. Он нам ее придавит деревяшечку. И мы опять будем ебаться, доставать. Подожди, вот так. Как неудобно, нихера. Ты видишь, тут эта скала ебучая, нам мешает. Ну давай, тащи ее. Чего ты, блядь, раскорячился, жопу своей? Да вытащи ее просто оттуда.
Давай, вытащи. Нет, он не может. Он не может. Он ни хера не может ее вытащить. Понимаешь? Он не может. Сил нету, сука. Он вот с этого края он может. Вот с этого он может. Все, молодец, смог. Опускаем. Сука, какой сложный, блядь, процесс. Это же пиздец. Сюда теперь. Так. Ой, блядь. Теперь сюда. Хуяк. Наверх. Давай. Вот так сюда. Хорошо. Так, туда его затолкни. Подальше. Чтобы не упал. Ага. Теперь. Вот сюда. Подожди, так. На нее не становиться. Не становиться. Вот так. Аккуратненько. Это целая, целая история. Как эту херню нам туда закинуть. Так, сюда. Теперь телом ее просто толкнуть. Хуяк. Головой. Да, головой самое то. Головой толкать самое то. Лицом лучше, да? Вот так. Хоп. Все, закинули. Она не должна оттуда свалиться никуда. Я надеюсь на это. Подожди, надо еще поправить вот здесь. Если делать, то делать все основательно. Вот так. Запомни, если ты что-нибудь делаешь, делай это качественно и основательно. Это, сука, в жизни пригодится. Вот так. Хуяк. Все, видишь, как я. И никуда она не денется отсюда. Я надеюсь. Я на это очень надеюсь. Так, ее бы, конечно, еще немножечко вот сюда. Блять, я сейчас все испорчу. Только я сейчас, сука, все испорчу, долбоеб. Я долбоеб, и сейчас я все испорчу. Было же нормально. Верни ее набрать. Верни ее сюда. Все, хорошо. А вот. Так, здесь нормально. Вот здесь поправить. Сейчас поправим. Ага. Давай. Ну, блядь, что ты стал-то, дурень? Вот так, сюда, оп, все, хорошо, идеально, просто идеально. Теперь поднимаем. Хуяк. Видишь, как поднимается, как мостик. Хуяк. Главное, должно хватить. Еще разочек, и должно хватить. Все. Блин, мне кажется, это слишком круто. Это слишком высоко. Давай-ка пониже. Она сейчас упадет у меня. Сейчас наебнется. Блять, слишком высоко. Она упала, блядь! Она упала! Она упала! Сука, все сначала, блять! Все сначала! Пиздец! Просто пиздец! Все сначала! Опять ебучую доску берешь! Берешь доску! Вот сюда ее! Хуяк! Хуяк! Ладно, не отчаиваемся! Это всего лишь игра! Вот сюда ее! Ну, ой, мразь, хорошо, так, вот сюда, пиздец, просто пиздец, ну, возьми ты ее, все, сейчас, вот так, хорошо, так, опускать надо сейчас, опять ее опускать, опять тебя, блядь, опускать, мразь, ну, давай, хорошо, хоп, хоп, опустили. Теперь поднимаем. Ебануться можно, ебануться. Так, затолкать бы тебя туда на скорости. На, бум. Ра, телом своим, на. Ты чё, бля, ты чё? А, ты чё? А, я такой крутой парень, я тебя сейчас своим лицом и телом просто. Раз и всё. Хорошо. Давай, оп, подожди, оп. Вот это, хорошо. Хорошо, это уже на что-то похоже. Так, ее туда подальше, надо затолкать подальше. Сейчас, погоди. Вот сюда ее. Давай, хоп. Хоп, хоп, хоп. Все, надежно, как китайские часы. Как китайские часы. Хуяк. Ой, блин, слишком опустил. Так, теперь поднять надо. Поднимаем. Это же просто пиздец можно. Можно ёбнуться от того. Сюда крути, туда крути, сюда крути, туда крути. И еще разочек. И все. И больше двух не надо. Все, вот так. Так вот, отлично. Ой, блин, я надеюсь, вся эта конструкция выдержит. А, ну, давай, блядь! Сука, давай налево повернись. Налево. Левой рукой. Да. Вот так. Все, молодец. Сделал. Я это, сука, сделал. Ты посмотри на эту хуйню. Посмотри вот на это вот. Но я даже не буду туда прыгать, рисковать. Я это сделал сам.
своей головой, своими руками, своим умом. Я сделал это все сам. Я молодчик, молодчик, молодчик. Я молодец. Открываем дверь. Давай. Оба-на. Так, это горка, да? Так, там у нас замок закрыт. Значит, нам сейчас надо подняться наверх и посмотреть, куда ведет эта горка. Потому что я пока понятия не имею, куда она может вести. Так, ну давай, ты что ты упираешься своей башкой в каждый, блин, косой угол? Он воткнется в косой, в прямой, в любой угол он втыкается. Вот нравится ему. Ну, не умеет он иначе, понимаешь? Не умеет. Так, бочка. Так, нам кажется, я думаю, нам надо бочку туда швырнуть. Она ж не просто так здесь стоит, да? Мы сейчас ее положим. Аккуратненько. Ну давай. Раз. На себя. Хорошо. Так, разворот бочкой. Ну не той стороной, это же, блин, не та сторона, бочечка. Ты что, дурная, что ли, у меня? Так, и куда она прилетит? Вот давай посмотрим. Ради интереса. Куда она прилетит? Я могу забраться внутрь бочки? Я не понимаю. Я не могу забраться внутрь бочки. А здесь? Ничего не открывается. Внутрь не забраться. Оп, видишь, никак. Все, пиздец, никак. Не забраться внутрь. Ну давай. Бочка, удачи. Ну давай, давай. Ну это пиздец. Это был провал. Это полнейший провал. Вот она. А, она еще раз появилась. Это уже читерство. Сейчас будем ебаться с этой булочкой, блядь, мне кажется, все время. Вот все время, что мы смотрим это видео, мы сначала ебались с этими весами. Сейчас будем ебаться с бочкой. Ладно, хорошо. Все, заебись. Врезался лицом в бочку. Так и надо, так и должно было быть. Куда нам теперь ее поставить? Давай определимся. Куда мы на ней можем залезть? Вот есть хотя бы одна малейшая идея. Нам, наверное, вот сюда, да? Ну хорошо, бочка, пошли. Тебя надо сейчас поставить. Я вцепился в землю. А не в бочку, возьми в руки. Тащи ее. Поставь ее. Сделай все красиво, мужчина. Ты, мы же здесь не долбоебы какие-то. Нам надо сделать все красиво. Понимай, хуяк. Ты же можешь одну бочку поднять одной рукой. Да, а вторую. Вообще так поднимать их. Ну давай ты, блядь, ставь ее, заебал. Стоит там, мучается. Так, как нам теперь на нее залезть? Если мы сейчас будем на нее залезать, она ебанется. Это 100 прудов. Значит, чтобы она не ебанулась, нам ее надо вот сюда поставить между. Я думаю. Да? Так, хорошо. Ладно, давай попробуем вот с этой стороны. Руки вверх, хуяк. Да блять, еб твою мать. Все, сука, повис. Забери, давай второй рукой. Ёбнуться. Все, мы пиздец, мы ёбнулись. Здесь уже можно не мучиться. Ох, слава богу, я хоть здесь, а не там, где весы. Слава богу. Да-да-да-да-да-да. Ладно, еще разочек. Мы сейчас туда пойдем. Мы спустимся по этой ебучей горочке. Хуяк. Да, подтянулись. Так, не позволяем ей упасть. Сука, блять, мы упали вместе с бочкой. Ой, долбоебот. Вот кто я. Я долбоебот. Вставай ты, блядь, разлегся, загорает от зефиринка. Пойдем. Так, нам сюда. Хорошо. Бочечка. Где наша бочечка? Вот она. Ага. Бочка. Нам... Ну это пиздец. Это, блядь, полный провал. Это полнейший провал. Это провалище. Еще разок. Хуяк. Так, поднимаемся. Давай, иди сюда. Так, сейчас мы идем на второй этаж. Я там увидел бочку. И мы с помощью этой бочки попробуем что-нибудь придумать. Так, тут горка, значит, бочка у нас по ней может катиться. Может. Кидаем аккуратненько бочку. Блять, ебаная дверь. Бочка, разворачивайся. Разворачивайся, я сказал. Вот так. Стой, подожди. Ты сейчас ебнешься не так, как надо. Давай. Подожди, стоп. Стоп. Давай, ровненько тебя ставим. Вот так, ага. И пошли. Давай.
Ну давай, давай, аккуратненько. Ну давай, 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 давай. Сука, да, блядь, она, мне кажется, не долетит. Она не долетела. Еще раз. И не получается. Надо, чтобы она катилась. А она у меня скачет. Она у меня не набирает нужной скорости. И получается вот такая хуета. Это обычная физика. Физика. Физику мы все знаем. Но мы не можем в этой игре ее, блядь, воплотить в жизнь. Потому что он, как долбоеб у меня, ходит и все трогает. Он не может ровно это делать. Он делает это под каким-то все время ебнутым углом. Видишь? Видишь, что получается? Вот такая хуйня получается. Хуяк. Раз, еще раз. Это бесконечные бочки, бесконечные попытки. Это день сурка. Это бочка сурка. Это все здесь от сурка. Давай, блин, бочка. Только не упади. Так, моя очередь. Руки. Хуяк. Ненормально, даже не потребовались. Руки даже не потребовались. Берем бочку, катим ее вот сюда. Пошли. Нам ее... Ой-ой-ой, чуть не упал. Нам надо ее загнать вот сюда, я так понимаю. Чтобы можно было как-то на нее забраться. Вот на эту вершину. Да? Стой, бочка, ну куда ты покатилась-то, еб твою мать. Нам тебя надо сюда как-то затолкать. Вот так. И теперь поднять. Главное не упасть самому. Потому что это будет эпик фейл. Сука, ну стой ты там, блять, ровно! Заходи, давай, туда. Вот так. Блять! Сука, хорошо, хоть бочка там осталась. Не заебала. Эта бочка меня уже заебала. Эта игра, она как-то, сука, прям достает. Ты прям, она прям подбешивает своим вот этим вот сложным управлением, где ты должен изъебнуться каждый раз, чтобы изъебнуться, я бы сказал правильно по-русски. Чтобы... Вот чего он сейчас не долетел? Вот почему он сейчас не долетел? Я не понимаю. Пиздец просто. Просто пиздец. Так, ладно, хорошо. Давай еще раз. Встаем. Идем к бочке. К бочечке мы идем с тобой. Нам нужно спуститься. Ага. Ну, бери! Вот так. Он взял. Не трогай ты бочку. Мы только что с таким трудом ее туда затолкали. Ты опять ее вытолкал, блять, обратно. Ты вот дятел. Ага, вот так, хорошо. Так, теперь аккуратненько этот край поднимаем. Только нам надо ее поставить, а не положить. Давай. Ну ладно, давай, может, нам этого хватит. Может, а может и нет. А может, пошел я? Не хватает. Нам этого не хватает. Нам надо ее поднимать вертикально. Ну давай, поднимай ее вертикально. Он не может. Он ее не может поднять вертикально. Понимаешь? Не может. Ну давай, вот, все. Все, заебись. Встали. Хорошо, залезли. Залезли. Хорошо, стоим. Стоим. Хорошо, забрались. Давай, давай, так. Не падаем. Не падаем. Держимся правой рукой. Хорошо. Шажочек направо. Значит, там вот сюда, понимаешь? Самое правое окно. Вот сюда, вот прямо вот сюда. Нет, нихуя, я не понимаю, я нихуя не понимаю. Если я сейчас туда упаду, а я туда упаду, то я окажусь там, где был в прошлый раз. А мне нахуй сюда не надо, понимаешь? Мне надо вот сюда, на замок. А как мне туда попасть? Как мне туда попасть? Есть идея? Так, вот какой-то пролом. Давай сюда попробуем. Он же не просто так, да, здесь? А, ну вот, наверное, сюда может. Типа сделали так пошире, чтобы ты мог... Скажи. А, ну да, ну да, ну да. Ну, скорее всего, сюда нам и надо. Только это надо делать так, чтобы не наебнуться. Потому что, блядь! Мы наебнулись. Потому что мы наебнулись. Вот делай, что хочешь, но мы наебнулись. Нам вот сюда теперь надо. Сука, цепляйся рукой. Нам вот сюда нужно зацепиться. Как? Я не понимаю. Ну давай, положи ту ручку свою. Только... Пиздец, я не хочу заново залезать. Ну давай, да, блядь. Раскачайся. О.
Сука, все, прилип. Держись, я не знаю чем. Языком, зубами, чем хочешь. Держись, чем хочешь. Оп. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Во, о, жопу закинул. Молодец. Фу, слава богу. Слава богу. Он закинул жопу свою. Подтянись. Только плавненько, блядь, не ёбнись оттуда. Держись одной рукой. Держись, сука. Какой он неуправляемый, он все время куда-то норовит уйти. Все время он хочет съебать, он заебал. Блядь, держись одной рукой, держись одной рукой. У нас какой путь-то, надо продумать. Сюда, сюда. А нахуй нам туда, я не понимаю. А, нам наверх. Пиздец, сука, тут так сложно все. Тут так все ответственно. Мы вот так стоим, чтобы просто не наебнуться, понимаешь? Не смейся, мы так стоим, чтобы просто не наебнуться. Потому что, видишь, он стоит у меня уже одной ногой там, бахуя. Отойди назад, заебал. Все, мы стоим ровно, все, все, блядь, сука, страшно. Хоп. Хоп, как тебе поза? Нравится? А мне теперь наверх. Чтобы туда запрыгнуть, я боюсь отсюда прыгать. Понимаешь, я боюсь. Лучше вот туда. Да, блядь, ёб твою мать, заебал. Как можно быть таким долбоёбом? Чуть, сука. Ну это пиздец. Так, это пиздец. Руку свою дай, дебил, блядь. Подтянись. Теперь жопу сюда. Давай жопу назад. Он меня заебал просто. Вот он меня затрахал. Затрах. Блять, не так страшно, сука. Мне так страшно, даже не представляешь. Сюда, блять, прыгай! Бросок веры, все. Фу, сука, блять, фу. Я хочу перекреститься. Я. Это, конечно, это бред, блядь. Но он меня заебал. Он такой неуправляемый. Он настолько, сука, сложный в управлении персонаж, что это пиздец. Да, осталось отсюда только упасть. Это будет вообще просто эпик. А, теперь поднимаем ебучие ворота. Давай. Ага, хорошо. Они вообще поднимаются, или я просто кручу шестереночку, которая ни на что не влияет? Да? Я надеюсь, они не упадут? Вроде все, да? Нам туда. Да? Нам туда? Или куда нам? Или нам вот туда? Нет, туда нахуй не надо. Или надо? Я не понимаю, подожди. Еблись. Оба-на. А мы здесь, прикинь. А нам сюда надо? Я нихуя не понимаю, нам сюда надо или нет? Я не знаю. Ну, пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим, раз можно, значит можно. Я ж ничего не нарушаю. Вот сюда сходим. Сходим, посмотрим, что здесь. Мы здесь не были. Мы здесь не были. А вот теперь мы здесь есть. Ла-л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 а. Колокол. Какой-то колокол. Какой-то колокол. 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 Куда идем? Я не знаю. Не спрашивай меня, куда мы идем. А, мы тут на этих перелетали, да? Ну понятно, значит нам сюда нахер не нужно. Не нужно. Это просто часть декорации, которые крепились всякие лампы, с помощью которых мы перелетали с места на место. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот, так вот, так вот, так вот. Значит, а если сюда направо, тут скорее всего будет тупичок. Тупичок, да? А, ну да, мы оттуда пришли. Да-да, вот этот дом я помню. Ну да, нахуй нам сюда не надо, нам надо вот туда. Обратно идем. Спускаемся вот сюда и заходим. Заходим. Пиздец, я так посмотрел. Вот это мы сюда забрались, так все перебрались. Охуеть. Это было не просто, ни хера не просто. Это было прям сложно. Так, дальше. Че, где мы вообще? Мы где-то, опять эта херня. Я ненавижу эти крючки, я терпеть их не могу. Просто выбешивают меня эти крюки. Нам надо снять эту приблуду. С помощью нее перебраться вот туда подальше, да? Берем двумя руками, поднимаем. И хуяк. Эй, ты, давай сюда. Ты мне нужен, давай сюда. Оп. Ну зацепи ты, блядь, его, дятел. Как он этим крюком хуёво управляет? Просто ёбнуться можно. Просто бросил он нахуй. Вот так, давай, ровненько берем. И еблысь. Давай, еблысь. Тянем. А он не хочет. Он его не хочет тянуть. Понимаешь? Он его не хочет тянуть.
Он его вечно берет как-то, сука, косо. Так, эту приблуду мы оставим. Я пока не знаю, нужна нам или нет. Куда нам на нем? Куда нам на нем? Вот куда нам на нем? Вот туда? Или куда? Ну давай ты, Тарзан. Куда нам на этой хуетке раскачаться и прыгнуть? Наверное, вот сюда. Ну, больше тут особо некуда. Не туда же ведь, правда? Далековато. Это далековато. Да, говорю я по-белорусски. Далековато. Ну да, блядь, давай. Да, хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла, бочечка. Очередная бочечка. Терпеть не могу я эти бочечки. Очередные, неочередные, любые. Мне эти бочки заебали. Меня. Не мне, а меня. Меня эти бочки заебали. Понимаешь? Вот так могу сказать. Меня бочки просто выбешивают. Так, наверх поднимаемся. Плавненько. Тащим свою жопу под хорошую музыку. Здесь у нас случилось сохранение. Давай тогда на этом мы сегодня закончим. Подписывайся на канал, включай колокольчик, ставь лайки, пиши комментарии, подписывайся на паблики. Все, друзья мои, всем пока.